Привет, друзья! Вот и наступил второй понедельник, вторая тренировочка из нашего марафона 12 на 6. Как обычно, вас ждут 6 упражнений на все тело, с помощью которых мы достигнем с вами результатов. Так что давайте незамедлительно приступим к правильной технике их выполнения. Ну что ж, после разминки мы приступаем к нашему первому упражнению. И для этого мы берем две гантели или же бутылки с водой или песком. Ну, вы уже поняли, да? Становимся прямо, немножко сгибаем ноги в коленях, спинка у вас ровная, смотрим перед собой. И мы выставляем руки перед собой, делаем вот такую вот дугу нашими гантелями, сводим лопатки вместе, руки немножечко согнуты в локтях, смотрим перед собой все время. Опять вниз. И делаем вот такую вот тягу гантелей к поясу. К поясу, не к груди, не к талии, к поясу. Опять вперед, переворачиваем гантели. Раз. И к поясу. И выдох. Вдох через нос, к поясу, выдох. И раз, то есть два движения в одном упражнении. Один раз, это когда мы подвинули наши гантели к нашему тазу. И не забываем правильно дышать. Выдох. В таком упражнении вы должны сделать 20 повторов. Один повтор, когда мы подтягиваем гантели к нашему поясу. Второе упражнение сразу же после этого будет приседание вместе с махом ногой. И заодно мы еще будем работать с вами на бицепс, то есть уже три в одном упражнении. Итак, приседание. Сначала руки у нас просто падают вниз, и мы приседаем. Сразу же, когда вы садитесь, вы оттягиваете ваш таз назад. У вас колени не выходят за ваши носки, и садимся до того момента, пока ваш корпус позволяет этому. То есть, чтобы вы не клювали вот так, как уточки. То есть, ваша спина обязательно должна быть ровной, взгляд у вас только направлен перед собой, и никаких горбов. Вот такого не должно быть. Вот четкий ровный корпус. Мы сели, и сразу же, когда вы встаете, переносим вес вашего тела на пятку одной ноги, второй ногой мы отводим вот. Делаем мах ногой, и сразу же при этом мы делаем бицепс. Опять сели. Приседание. Вторая нога пошла. Бицепс. Вторая ножка у вас просто идет наверх и сжимается ягодица. Сели. Это одно повторение. Выдох. Сели. Выдох. Один повтор. Это когда вы выполняете приседание. И сели. Сделаем 25 повторов. Третье упражнение у нас будет отжимание. Учимся, девчонки, отжиматься. И мы начинаем с самого простого варианта. Это отжимание на коленках. Мы становимся в такое положение. Сразу же подкручиваем таз под себя. Корпус ровный, взгляд направлен вниз. Ноги можете опустить вниз. Руки у вас чуть-чуть шире, чем плечи. Мы опускаемся не до конца. Не нужно падать. Это не отжимание, это просто ленивая девочка на полу. Мы встаем, не до конца, тоже остается пружинка в руках. Вниз, выдох через рот. Вниз, вдох через нос, выдох. 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 Молодцы, пробуйте вместе со мной, мы выполняем 15 повторов. Итак, четвертое упражнение у нас будет уже на пресс. Мы ложимся на спину. У вас голова смотрит все время вверх. Руки у вас в замок не складываются, просто поддерживаем свою голову. Не поджимаем подбородок под себя. Ноги у нас сначала в таком положении. Мы касаемся локтем к одному противоположному колену. Делаем выдох, поменяли положение на второе колено. Раз, два, три, четыре. У вас взгляд направлен все время в одну сторону. Выдох, выдох, выдох. Ноги пола не касаются. Поясница плотно прижата к полу. Выполняем 25 повторов. Вроде бы не мало и не много, но мы должны их сделать. Следующее упражнение для ваших ягодиц. Мы становимся в позу стола, я бы, наверное, сказала. Руки у вас четко перпендикулярно полу. Смотрим все время вниз. Работаем сначала одной ногой, затем второй. У нас два подхода по 20 повторений. Мы натягиваем носочек, выставляем ногу как можно выше и сгибаем хорошенько колено и напрягаем здесь ягодицу. Затем мы ее переворачиваем, ножку за вторую вашу ногу. Вот, то есть она не таким образом, не просто вниз опускается, а заводится за вторую вашу ногу. Опустили сразу вверх. Опустили вверх. И делайте небольшую точку наверху. Замирайте на пару секунд. Выдох, вдох через нос.
выдох, выдох. Затем мы после 20 повторов, да, девчонки, меняем ногу, и второй подход у нас на вторую ягодицу. Не забывайте замирать наверху и делать выдох, вдох, выдох, вдох. Корпус при этом ровный и взгляд направлен вниз. И последнее, 6-е упражнение на сегодня. Для этого вам необходимо будет встать в приседание плие, в статическое положение. Для этого мы сразу же направляем ваши носки в стороны. Когда мы приседаем, колени тоже смотрят в стороны. Остановились параллельно полу, вот где-то вот так, да? Руки у вас тоже в стороне. И мы выполняем вот такой вот жим над головой. Раз, выдох, вдох через нос, раз, вдох. Все это время мы находимся в статическом напряжении для ягодиц, для вашей внутренней поверхности бедра, да еще и заодно ручки работают. Нам необходимо в таком случае сделать 20 повторений.
Никогда не пренебрегайте разминкой и заминкой в вашей тренировке. У меня все это есть на канале. Просто включаем ролики и начинаем. И, конечно же, мы с вами встретимся в следующем понедельнике. Не забывайте про отчеты, я за всеми слежу. Всем пока!